А сейчас рабочий момент для тех, кто, у кого создалось мнение, что в райском саду все происходит само собой. Розы самоочищаются, самообрезаются, самоуносятся и самовыбрасываются. Нет, к сожалению, это не так. Все приходится делать хозяйке райского сада. И еще раз к большому сожалению, что вот на данном периоде вообще абсолютно без помощников. И, как видите, верхняя часть перголы, горизонтальная, почти уже готова. Остались только вот эти торчащие уголочки. Сейчас я туда переставлю стремянку и залезу. Девочки, и заранее прошу прощения у тех, кто хотел бы услышать, как я обрезаю розы. Ну вот честно, на YouTube уже столько роликов на эту тему. Не хочется повторяться в 100-500 раз одно и то же. У меня канал не обучающий. У меня канал, скажем так, эмоционально обзорный. Поэтому прощения просим. Но теорию обрезки я объяснять не буду. Мне это скучно. Извините. Для меня это такая необходимая рутина, как, например, помыть пол в доме. Хочешь, не хочешь, а надо. А рассказывать о том, как это делается, абсолютно неинтересно. И вот, халяулю, финита ля комедия. Недолго музыка играла. Все сострижено. 3 часа прыганья молодой козочкой по стремянке. Куча царапин до плеч и до шеи. И работа сделана. Ну, еще осталось все это измельчить, упаковать в мешки и выставить, чтобы забрала мусорная машина. Иначе не заберут. Такие у нас правила. Да, вот глядя на это все, прямо хочется произнести какую-то дурацкую философскую фразу. Что-нибудь такое высокопарное, типа «Зик транзит Глория Мунди». Или «Все пройдет, и это тоже». Да. Ну, теперь все. До следующего года. Я даже не знаю, стимулировать мне второе цветение или нет. Потому что выдержать еще раз вот эту вот процедуру обрезки, это надо иметь сильное здоровье, конечно. Хотя я уже приготовила все препараты для стимулирования второго цветения, потому что сами собой плетистые розы второй раз у нас вряд ли зацветут при нашем климате. У нас 40 градусов сейчас уже. В такой температуре розы второй раз не цветут. Возможно, будут одиночные плети. Ну и хватит. И на этом я заканчиваю. И сегодня мне хочется подарить всем зрителям моего канала вот этот прекрасный букет. Здесь древовидная гортензия, хосты и, конечно же, розы. Эти восхитительные розы прекрасно сочетаются с ярко-зеленой листвой хосты и с кружевными цветочками гортензии. Посмотрите, как это красиво и какая необычная хоста. Ну что ж, живите со вкусом, живите вкусно, будьте здоровы и прекрасного цветения вашим садам. Ваша Вика Виктория.